Следите за моими движениями. Вот представитель компании «Нагадуйка» под зонтиком «Караван». Вы можете ознакомиться с полным спектром ее продуктов. Ну, теперь я хоть понимаю, почему они без седла. Абсолютно. И все. Иначе... И у нас подарок от Next Bike. Можно остаться без всего. От подарок что Next так Bike. Дорого. Это система автоматизированного проката велосипедов. Next Bike. Мы все уже видели эти велосипеды, велопарковки. И вот мы дали сертификаты на 16, бесплатное 15. Пользование данной услугой. Это очень удобно. Можно даже не переодеваться, так в вечернем платье на велосипеде, хоп, и уже не переодеваться. Вау, вообще красота. Я так тоже могу, но только один раз. И потом меня должен уже кто-то вести. С 2018 года в Харькове, а в целом... Ну, а здесь пола. В странах уже 35 тысяч велосипедистов во всей Европе ездят на Nextbike. Поэтому мы присоединились к большой семье велосипедистов Nextbike. Ну и наш очень вкусный партнер, компания «Стопов». Лады, не знаю, еще раз говорю. Это вместо велодня, параллельно с велоднем. Ну теперь вот так. Про осеннее велодень что-то пока не слышал. В 2019 году вполне может быть, что вот это он... И есть. 15 сентября 2019, Харьков.